Скажите, пожалуйста, ваши впечатления об Орле, пожелания городу? Добрый день, Олег. Во-первых, с Орлом я уже знаком практически уже на протяжении 8 лет. Город очень компактный, очень красивый, очень уютный, зеленый. По сравнению с Калугой я более предпочтение отдаю Орлу. Вот. Но, тем не менее, и Калуга сегодня, она в этом направлении как-то развивается. Конечно, побольше бы зелени. Если сравнивать Калугу с 65-м годом, когда я тогда только приехал на постоянное место жительства, то да, тогда была Калуга цветущая, зеленая, много полисадников, клумб. Вот. Ну, наверное, нам надо тоже подтягиваться вот к условиям, как у вас в Орле. Скажите, пожалуйста, какие перспективы сотрудничества вы видите между Орловской областью, Калужской, в экономической сфере, политической? Какие ожидания от визита? Ну, в экономической сфере, я думаю, в первую очередь, сельскохозяйственное производство, поскольку здесь более мощнее сельскохозяйство развито в Орловской области, чем в Калужской области. Здесь, наверное, есть чему также и поучиться. Я вот посмотрел сегодня, поля все, в общем-то, распаханы, засеяны. Если у нас в Калужской области 900 тысяч гектаров, то сегодня только используется и находится в обороте 100 тысяч. Это, конечно, никуда не идет. А ведь для того, чтобы развивать сельское хозяйство, крупнорогатый скот, молочные направления, мы же должны их обеспечить кормами. А корма, это если мы не используем земли, то, естественно, здесь и возникает вопрос. Вот я думаю, в сельскохозяйственной области, потому что очень приятно смотреть, когда все поля распаханы, зеленые и кормовые, и зерновые. Ну и, наверное, в промышленности тоже есть фаза соприкосновения. Здесь у вас есть агрегатный завод, у нас тоже есть 35-й механический. То есть, ну, много, в общем-то, точек соприкосновения в этом очень много. А тем более, когда сейчас наложены санкции Соединенных Штатов Америки и ЕС на Российскую Федерацию, мы должны заниматься импортным замещением. А соответственно, сотрудничать. Николай Дмитриевич, ну скажите, в том случае, если КПРФ придет к власти в Калужской области, то перспективы взаимодействия между регионами, они улучшатся, по вашему мнению? Я хочу сказать, что у нас сегодня тесное взаимодействие нашего Калужского регионального отделения с региональным отделением Коммунистической партии Орловской области. А когда, если наша партия придет, отделение к победе, я думаю, наверное, еще более теснее будут налажены взаимосвязи и в политическом направлении, и в экономическом, наверное, и в социальном. Скажите, пожалуйста, пару слов, ваши пожелания для Орловщины, для жителей Орла, для жителей Орловской области. Ну, я бы хотел в первую очередь пожелать всем жителям Орловской области крепкого здоровья, творческих всем успехов. Ну и городу дальше расти, развиваться и в культурном направлении, и в социальном направлении, и в экономическом. И самое главное, чтобы всегда над Орловским, Орлом, Орловской областью была вот такой, как сегодня, голубое небо, солнечное небо, и никаких не было потрясений. Огромное вам спасибо, мы были рады, что выделили нам время.